Неправительственный центр «Диалог» поможет фермерам, сельхозпроизводителям, крестьянским хозяйствам и личным домохозяйствам в подготовке документов на получение средств субсидирования. Мы хотим сориентировать сельхозпроизводителей, чтобы они готовили документы в первой половине года, потому что потом уже средства распределяются по остаточному принципу. Размер субсидий зависит от заявленных потребностей. Средства будут распределены на частичное возмещение стоимости кредитования, посадку садов и виноградников, тепличное производство, приобретение племенных животных и конструкцию ферм, а также на приобретение оборудования по переработке сельхозпродукции. В селе Джалтай консультант проекта озабочен пустующими землями. Он надеется получить финансовую поддержку для сельских фермеров на посадку ореховых массивов. Джалтай проблема. Очень много земель действительно пустует, не находится, находится запустение, не обрабатывается. И я считаю, что вот эти субсидии и в какой-то мере будут способствовать тому, чтобы земля все-таки обрабатывалась. Чимпаеш Варвара занимается выращиванием томатов в теплицах для своего села Тамай. Она готовит документы на получение субсидий, которые планировала направить на развитие, а теперь придется направить на восстановление хозяйства. Я даже не могу сказать, насколько мы претендуем, потому что сельское хозяйство до сих пор... Буквально вот сегодня ночью такой ветер был, что у нас теплицу сняло, а у нас там уже помидоры, у нас там уже огурцы, они все в цветении. Разнесло, все сняло у нас. Прямо аж плакать хочется. Так. В этом году впервые получат средства на развитие молодые фермеры. Они смогут претендовать на субсидии с элементами гранта. Неправительственный центр «Диалог» охватил обучением подготовки документов бенефициаров 12 населенных пунктов из Чедерлунского и Тараклийского районов.